Ух ты, и снова я, Александр Криволат, печенеги. Ребята, у нас вчера был снег, вечером начался и до утра. Сейчас я почищу своим мотоблоком. Но я долго ваше время не буду забирать. Где-то туда пройду и обратно, а потом выключу и буду чистить дальше. Ну что, я попробую сейчас, завожу. Ну что, ребятки, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволат, печенье. Тяжело бегать за мотоблоком. Просто по снегу бежишь, физически ничего не делаешь, а бегать бегаешь. Ну что, пока-пока, ребят. Ну что ж, ребятки, спасибо моему мотоблоку, помог. Начал я чистить снег 8:20. Закончил 8:58, по-моему. Ну, по фотографии я посмотрю. Вот, почистил я снежок. Расстояние, ого-го-го, до дороги. Это метров на 30. Видите, чисто. Чисто, чисто, чисто. Я просто лопатой чуть-чуть почистил, лопатой скребком. И все получилось, а мне хорошо. Жене скажу, что? Саша чистил лопатой снег. Она скажет, нет, мотоблоком. А я скажу, нет, дорогая, я чистил лопатой снег, потому что я не мог так чисто вычистить. Она скажет, а у тебя было бы от колес, типа гусок. А я скажу, ну, дорогая, ну здесь же ничего нет, нету следов от мотоблока. Есть только что? Следы от моей лопаты. Ну все, ребятки, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. А это мой Мишка. Да, Мишань? Мишанька. Хороший Мишанька. Я тебя люблю, паразита. Он у нас бегает сейчас по улице и по двору. Ну все, ребята,
Пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривола, Печенеги. Пока-пока, ребята.